Немецкие саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное на Рождественском базаре в Потсдаме под Берлином. Подозрительный пакет обнаружили в пятницу вечером. Его осмотрели специалисты, после чего был дан приказ об эвакуации продавцов и покупателей. В районе рынка в центре города было выставлено оцепление. Саперы обезвредили устройство, о чем сразу же сообщили в Твиттере. По данным местных властей, бомба была начинена гвоздями. Меры безопасности и так серьезные, теперь будут еще больше усилены. Мы не прекращаем розыски, поскольку речь идет о пакете, доставленном почтой. Вполне вероятно, что существуют еще подобные посылки, доставленные на другие рождественские базары. Год назад теракт в Берлине произошел именно на рождественском рынке. Исламист въехал на территорию на грузовике, убив 12 человек и ранив более 50.